Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр Фонкам. На обзоре мультимедийная система на базе Android от компании Canbox для Honda Fit 3. Линейка H-Line с 9-дюймовым экраном устанавливается в штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Рамка выполнена из черного глянцевого пластика. Устанавливается все по штатным местам, все достаточно аккуратно. И очень хорошо вписался в интерьер автомобиля. В комплектации автомобиля нету никаких кнопок управления мультимедией на руле. Поэтому выбор клиента пал именно на модель с физическими клавишами. Во время движения гораздо удобнее пользоваться именно физическими клавишами. Но под данный автомобиль есть различные варианты мультимедии, как с полностью сенсорным панелью, так и вот такой вот вариант с физическими клавишами. Здесь есть управление громкостью, переключение треков, возврат на домашний экран, кнопка Back, действие назад, открытие Яндекс.Навигатора, он здесь уже предустановлен по умолчанию, быстрое открытие радио, музыкального плеера, меню Bluetooth, видеоплеер и кнопка Mode, которая переключает между всеми источниками. Также есть быстрое выключение звука, и при удержании можно выключить магнитолу. Пользовался всем вполне комфортно. Клавиши вот эти физические, они идут с подсветкой. Адаптировали с переключением габаритов. То есть при переключении габаритов они автоматически включаются. Подсветка здесь идет RGB, ее цвет можно выставить абсолютно любой, какой вам будет более приятен. Ну и, конечно, данная мультимедия гораздо более интересная, чем которая была здесь установлена в автомобиле. Автомобиль приехал к нам из Японии. Вот такая вот магнитола там была установлена, абсолютно не функциональная. Большая часть меню работала на японском языке, что, конечно, не устраивало клиента. А здесь же, естественно, все на русском языке. Работает все очень быстро, плавно. Ну и, конечно, здесь доступен весь современный мультимедийный функционал, потому что магнитола работает на операционной системе Android. В бардачок вводится USB-порта и слот под SIM-карту. А также на данный автомобиль для более комфортной парковки установили камеру заднего вида. Включается она автоматически при включении задней передачи. Имеет широкоугольную линзу, достаточно хорошее качество изображения Full HD. Есть настройки по яркости, цветности, контрастности. А также установили камеру переднего вида. И настроили таким образом, что после реверса, если мы включаем на драйв, она автоматически переключается. По качеству она такая же, как задняя камера, так и широкоугольная линза и картинка Full HD. 10 секунд, далее переходит на главный экран. Сделано это для того, чтобы, когда парковка идет несколько приемов, камеры автоматически переключались. По передней камере можно ее принудительно включить. Есть вот такая вот иконка, для удобства ее вывели на главный экран. Подъезжаем к какому-то препятствию, не видим, что там спереди располагается. Включаем камеру и можем спокойно, с комфортом парковаться. Обращайтесь к нам в компанию за мультимедийными предназначениями для вашего автомобиля. Есть решение на практически любой автомобиль. Всю подробную информацию вы сможете найти на нашем сайте. Также наши менеджеры всегда готовы вам будут подсказать и подобрать лучший вариант. Есть доставка по регионам с постоплатой. Вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. Есть собственная служба технической поддержки, которая ответит на все ваши вопросы. И от магазина дается гарантия как на оборудование, так и на установку. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!